Во Вьетнаме молодожены связали себя узами брака, прокатившись на 40 мотоциклах Минск. Все они были украшены цветами и воздушными шарами. Выбор молодоженов впал на минскую продукцию, чтобы не тратиться на прокат свадебного авто. Курьезная ситуация произошла у входа в один из минских пабов. Группа людей противостояла двум байкерам, которые бесцеремонно ехали по пешеходной зоне. Вначале завязалась потасовка, а после владелец Харли Дэвидсон резко начал движение, зацепив как минимум двух человек и скрылся с места происшествия. ДТП хоть и обошлось без травм, но у упавшего мужчины в результате оказался разбит телефон. Ведется проверка. А это Могилев, улица Мовчанского. Маршрутка нарушает правила проезда перекрестка по полосам. И это не единичный случай. В Минске блондинка на новом BMW X5 припарковалась посреди дороги и пошла за продуктами. Прямо возле магазина есть парковка, где в тот момент были свободные места. Но, видимо, не судьба. У нас в области с этим все строго. Недавно детскую коляску за неправильную парковку эвакуировали. А вот этих героев на непокоренных почему-то нет. Спорная ситуация произошла в Бресте. Учебка, за рулем которой находился курсант, выехала на середину перекрестка, дождалась возможности проехать прямо, иначе в движение получила удар от Volkswagen. Водитель Гольфа, ехавший на зеленый, признан виновником ДТП. Он обязан был дать закончить маневр. Протокол он не подписал, ведется следствие. Из-за сильного ветра в столице мусорный контейнер покатился в сторону дворового проезда и филигранно припарковался между двух машин. Смогут ли владельцы предъявить претензии по поводу повреждений, неизвестно. Да и кому. На дерзкий маневр с обгоном автомобиля ГАИ решился водитель Opel на трассе Минск-Гомель. То ли он не обратил внимания на запрещающий знак, то ли перепутал значение разметки, но решил совершить обгон, когда этого делать было нельзя. Только нарушитель перестроился, как инспекторы включили спецсигналы. А вот очень поучительное видео. Хозяин черного Мерседеса посчитал, что автор ролика на маленькой Тойоте должен уступить ему свою полосу и начал учить жизни. Съемка с нескольких ракурсов позволяет оценить, как агрессивный учитель был наказан перцовым баллончиком. Если вы молоды и за рулем чувствуете себя уверенно, не лихачьте, а иначе можете попасть в ДТП и получить от мамы леща. Присылайте свои фото и видео дорожных курьезов к нам в рубрику «Автомат». Наш адрес – рубрика «Автомат» @tut.by.